Что может быть плохого в обычной золотой рыбке? Ведь у нее даже нет зубов. Но у золотых рыбок есть одно необычное свойство. Они продолжают расти всю жизнь и в подходящих условиях стать могут очень крупными. В аквариумах этого, как правило, не происходит. Если емкость имеет небольшой размер, золотая рыбка испытывает постоянный стресс, который замедляет ее рост. Но люди, которым надоело заниматься аквариумом, отпускают золотых рыбок в водоемы, где эти кабаны начинают жрать все подряд, как ты по ночам, быстро расти и ущемлять местных рыб, что нарушает налаженную экосистему водоема. Такой угрозе подверглись водоемы Канады с приблизительной популяцией золотых рыбок в 20 тысяч особей, и она продолжает расти. Биологи опасаются особенно неблагоприятного сценария, при котором золотые рыбки смогут заполнить американские Великие озера.